Сразу в 6 российских регионах этой ночью переводят стрелки на час вперед. Новый порядок исчисления времени начинает действовать в Астраханской и Ульяновской областях, Алтайском крае и Республике Алтай, Забайкальском крае, а также Сахалинской области, за исключением Северо-Курильского района. Часовые зоны там были изменены по инициативе самих жителей. Так, на Дальнем Востоке рассвет фактически наступал в 3-4 часа утра, а большая часть второй половины дня приходилась на темное время суток. С точки зрения, наверное, здоровья нужно, а других аргументов я не вижу. То есть мне приятнее просыпаться, чтобы было солнце, мне приятнее ложиться спать, когда, скажем так, солнце заходит. Большим удовольствием сама ходила голосовать за перевод часов, потому что летнее прошедшее время, да, показало, что Сахалин был в темноте полной.